Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители. Итак, продолжил, значит, опыты с атмосферным электричеством. Значит, что, вот смотрите. Показывает 0,674 вольта уже. С другой стороны перенес. Блин. Вот, видите. 0,674 вольта. Вот она тарелка. Поставил, значит, ее. На кухне у меня поставил. А заземление? Заземление. Это я снимал там с этого. С телефона матерился. Вот она тарелка. Видите? Поставлю на другое. А заземление, значит, взял от газовой трубы. Сейчас покажу. Вот. Вот тут. Значит, вот от газовой. Труба вот газовая. Вот она. Взял вот заземление. Ну и на тарелку. Тарелку вывел. Вот, видите. 0,674, 0,675 вольта. То есть больше уже дает. То есть вполне перспективное направление. Только надо выбирать направление. Вот. И продолжать опыты в том же духе. Вот так будем продолжать. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне. До свидания.